Новгородские волонтеры дали старт ежегодной акции «Старость в радость». Всем миром они предлагают собрать подарки для тех, кто Новый год встретит не в кругу семьи. Волонтеры собирают новогодние подарки для жителей домов престарелых и инвалидов, воспитанников детских интернатов и приютов и даже для бездомных животных. Желающие поучаствовать в акции могут приносить любые сувениры, а также чай или сладости, одежду, желательно от 50-го размера и больше, обувь. Главное, чтобы вещи были новыми. Все, что есть в списке, то и приносят, скажем так. То есть у нас в группе есть полный список, что можно, там уже на усмотрение. Конечно, мы перебираем подарки, чтобы они были равноценные. Что-то докладываем, что-то. Кто не может принести подарок, тот перечисляет деньги, либо приносит деньги. Всего в рамках акции открыто 6 пунктов приема вещей. Главный из них расположен в Великом Новгороде по адресу улица Большая Московская, дом 53, корпус 3. Ездить с подарками в приюты и дома-интернаты области волонтеры намерены до конца декабря. Планируется посетить 36 соцучреждений.